Здравствуйте, я член жюри, меня зовут Ярослав Савин, и мы сегодня оценивали самые лучшие проекты, которые есть на нашем рынке, и это, конечно, уникальная возможность, которая дает премию БЕСПО всем проектам, которые есть и представлены в российском спорте, действительно показать себя, показать, кто они, какие они крутые, и получить высокую оценку среди профессионалов, среди своих же. Это безумно актуально именно сейчас, потому что люди, которые создают эти уникальные проекты, это действительно самородки. Они просто кладут свое здоровье, свои силы для того, чтобы создать действительно прорывные проекты в спорте в нашей стране. Поэтому спасибо такой уникальной премии за то, что мы, эксперты спортивного маркетинга и менеджмента, можем встретиться в одном месте, пообщаться и выбрать лучших из лучших.